Итак, мы начинаем с вами работать с коллекцией в Adobe Illustrator. И, как я уже говорила, нам нужно, чтобы была комплектность. То есть, чтобы у нас получилось 5-6 вещей, которые сочетаются между собой, и которые мы можем представить таким единым блоком. Что я уже начала делать, и сейчас я покажу, как это все у меня выглядит. Вот, смотрите. Мне очень понравился вот этот вот наряд, который был в «Игре престолов». А я, соответственно, по его поводу подумала и прорисовала похожие штучки. Особенно мне понравилось. Я думаю, что это здорово будет связать из трикотажа. Здесь это куски кожи, но прям в таком виде нет. А вот если это связать, например, лицевыми изнаночными петлями и вывязать вот такую вот штуку, будет красиво. Я ее вот уже прорисовала. В записи можно будет посмотреть. Дальше. Дальше мы начинаем к этому элементу комплектовать следующее. Мне хочется, чтобы была актуальная такая тема, да, и я сюда поставила в дополнение юбку, шелковую юбку, дала ей перелив, вот она у меня получилась. А к данной юбке я еще сделала трикотажную тонкую вязаную штучку такую, назовем ее условно водолазкой, да. Специально ее сделала бесшовным, со спущенным рукавом, то есть типа конструкция летучей рыбы, это здорово, конечно. Вот, а потом она все вместе вот так вот собирается, то есть это уже три изделия, которые могут быть закомплектованы. Дальше я пошла на следующий эскиз, я сейчас покажу, как я рисую, покажу то, что уже сделала. И поняла, что можно сделать брючки, высокие брючки, соответственно, вот с водолазкой. Вон она уже у меня водолазка, видите, есть, и вон они, высокие брюки. И, соответственно, это можно сочетать, да, между собой. То есть получается несколько вещей, которые между собой хорошо сочетаются. Потом я дополнила это, уже пошла вариация на тему, да, это от водолазки сделала платье. И сейчас я еще хотела сделать вот такую юбку. Вот мы сейчас вот этот образ вместе с вами прорисуем. Почему я не стала все вместе рисовать в прямом эфире? Потому что это достаточно долго. И чтобы мы с вами тут не сидели по 5 часов вместе, да, я вам уже показываю то, как это получается, и покажу процесс на одном изделии, которое вы затем сможете как бы использовать. Если я не ошибаюсь, у меня тут где-то были, да, наметки. Меня спрашивали, как рисовать трикотаж. Вот, смотрите, такая вот трикотажная структурка у меня уже получилась. И можно ей попробовать, например, залить то, что есть. Вот сюда вставим.
И если у меня платье, то я его могу попробовать залить такой вот трикотажной структурой. И что это будет? Ну, во-первых, забавно получилось, потому что очень крупная заливка. Сейчас мы ее сделаем более мелкой. Тогда будет сразу понятно. Вот такая мелочевка. Ну, можно покрупнее, чтобы лучше было видно. Вот так. Платье крупной вязки. Вот оно, если посмотреть, вот она там вязка. Но это очень крупно. По факту это надо делать в разы меньше. Будет вот имитация. Либо можно взять готовую трикотажную фотографию, полотна, которая вам нравится, и им залить. Это прям можно сделать. Вот так. Здесь не хватает теней, на нем он достаточно плоский, этот эскиз, но вот он уже сделан. А, как видите, я рисую на шаблоне, делаю я это специально для того, чтобы все мои модели были одинаковые. И вот у меня получается модельный ряд, с которым я работаю и могу его комплектовать между собой. Итак, рисуем вот этот образ, начинаю я с юбочки. Вот, а потом уже будем рисовать верхнюю часть. То есть надо подумать, что это будет. Это можно сделать, например, трикотажной безрукавкой, а потом внутрь вставить какую-то тунику или кофту, либо к ней пришить рукава. То есть вот это все тоже надо сейчас продумать. Юбка. Adobe Illustrator отличается от рисунка от руки, что здесь есть свои такие нюансы. И, соответственно, самый основной нюанс, мы можем с вами рисовать половину, а потом очень красиво это все раззеркалить и получить абсолютно симметричное изделие. И очень это красиво получается. Сейчас я это все покажу, как это делается. Здесь я рисовала прямую линию вверх, и здесь также я ее повторю, но мы на ней дадим обязательно рельеф. Что без рельефа не получится. Так. Далее. Далее у меня должна быть юбка в пол. Видно, да? Широкая юбка в пол. Вот у меня программа сразу, смотрите, нашла центр. И я вернулась. Что я еще здесь прорисовывала? У меня должен быть кармашек. Вход в кармашек будет с рамочкой. Точнее, с листочкой. Так, после этого я рисовала, что будет складка. Или можно сделать членение. Так. Сделаем линию вот здесь мягкой, чтобы было понятно, что она ткань тоже пластичная и играет. А здесь она все-таки лежит по фигуре, хотя вот эту вот точку я бы скруглила. Так. Видите, да, у меня есть линия, и чем удобно вот хорошие проработанные шаблоны. Вы этот шаблон можете скачать, он у меня есть на сайте, и активная ссылка есть в шапке профиля. То, что вы сразу видите, где классическая линия рельефа, и отступаете вы от нее или нет. Классическая линия рельефа идет через центр груди, да, вот. И здесь она помечена. Это сразу очень-очень удобно. Так, что мы можем сделать? Я бы сделала еще здесь дополнительные складочки. Скажем, вот отсюда. Так.
И можно еще одну. А в этом сезоне, вообще, ну, то, что я смотрела, оверсайз идет, да, идет клишение, расширение. Ну, мода цикличная, это уже было, и вот это все возвращается в удовольствие, поэтому из обуженных каких-то моментов мы возвращаемся опять в расклишение. Так что why not? Поставим, что здесь есть застрочки. Наших складочек. Так. И можно их отразить и наверх. Тоже будет достаточно интересно. То есть, смотрите, мне вы тоже писали вопрос, и чем отличается технический эскиз, и что в нем должно включено быть. Если мы говорим с вами вот про чистый технический эскиз, да, то нужно понимать, что технический эскиз, он рисуется на одно изделие, вот как оно будет сделано, как оно будет пошито. И то, что к этому изделию прилагается комплектом, в нем указывается, но комплектом в каком плане? То есть, если, например, у вас платье и пояс из той же ткани, который вот комплектом прям делается и кроится, тогда да, тогда вы его на технический эскиз включаете и можете сделать даже два технических эскиза, то есть на котором этот пояс присутствует и, ну, завязан там на талии или где он есть, и на котором этот пояс не присутствует, чтобы показать, как он выглядит, и прописать обязательно, как это все должно быть. Вот. А если же это, например, у вас платье, и вы подразумеваете, что оно будет носиться с дополнительным кожаным аксессуаром, но продаваться оно будет отдельно, и этот кожаный аксессуар будет делать кто-то другой, то оно, конечно же, на технический эскиз не выносится и не указывается, потому что это совсем другая история. Она не принадлежит к этому платью, она является комплементарной и уже собирается в процессе, ну, как бы носки, да, поэтому нет. И вам нужно внимательно за этим следить, смотреть, чтобы вещи были вот именно то, что будет производиться, да, ни больше, ни меньше, вот вещь. А сочетать комплектом и смотреть, как это будет, вы можете отдельно. Я не хочу, чтобы ты соединялась. Хочу сделать тень. Соответственно, как вы понимаете, каждый эскиз, он требует времени, он требует мыслей, он требует проработки. И сейчас я рисую, ну, не полный технический эскиз, в каком плане, например, я не прорабатываю спинку. То есть я рисую сейчас фронтальный вид, я посмотрю, как это все будет смотреться, как это все будет происходить. Если меня это устроит, то уже потом можно будет прорисовать спинку, то есть если я пойму, что это изделие нужно. Если у вас сразу какие-то дизайны, которые подразумевают, что по спине они тоже там, ну, красивые и там много всего интересного, вам нужно сразу это все делать. Так, он у меня сейчас прозрачный, смотрите, я сейчас сделаю белую заливку и сразу выделится. Видите? У меня получилось половина юбки. И сейчас волшебный финт ушами. Я этому всех учу, кто ко мне приходит. И, в принципе, для симметричных изделий это вообще просто идеальный вариант. Когда вы раз и получили то, что хотели. Вот так.
Можно посмотреть, нужен нам этот центр или нет, да, это членение. Я думаю, что он нам не нужен. Сейчас мы еще остаточки здесь отправим. Когда такие вещи происходят, ничего страшного не произошло, что вот у меня на поясе, там, видите, убежали мои линии. Это всего-навсего переложилось назад. Это работа со слоями, она одинаковая в фотошопе и в иллюстраторе. Ну, очень похожая, там незначительная разница. Вот, поэтому можно сразу, там, например, немножечко выделить полутоном буквально, чтобы лучше смотрелось там кармашки и пояс. Ну, предположительно, что они могут быть из другой ткани. То есть этот пояс, он конструктивный, он будет пришиваться, поэтому я его делаю. Вот у меня получилась юбочка. Я ее сейчас сгруппирую. И что я могу с ней сделать? Я могу уже посмотреть, как эта юбка будет входить комплектом к тому, что у меня уже есть. Там, например, это будет эта прекрасная водолазочка. Будет ли она у меня сочетаться или не будет. Ну, вот, по-моему, вполне сочетается, да? Либо попробовать сделать дополнительный верх согласно моему эскизу. То есть тоже вот смотрите, в чем разница и, ну, почему одно набросок, а второе все-таки технический, ну, рисунок. Он не законченный, но это вот уже начало. Вот то, что я рисую. Вот то, что я рисую, и вот то, что получается, да? То есть здесь понятно, что широкая юбка, понятно, что есть карманы, есть пояс, но на эскизе она выглядит по-другому, и это важно. Теперь рисуем основу. Она у меня очень простая, и ее можно будет нарисовать, например, с тенями. Сейчас покажу, что я имею в виду. Так, она у меня выходит за линию плеча. То есть сейчас я уже в голове предполагаю, что это будет, как это будет, и что я с этим буду, соответственно, делать. Я предполагаю, что это будет трикотажная жилетка, связанная трикотажем грубой вязки. И, соответственно, мы ее сейчас такую и сделаем. Привет всем, кто присоединился. Сегодня у нас финальное задание по марафону. И мы рисуем коллекцию, капсулу по мотивам того, что у нас уже есть, по мотивам того, что мы рисовали до этого. Так, ну, например, сейчас мы ее поправим. Да, то есть может быть это так, а может быть я могу по-другому показать, например, если я верну назад, чтобы у меня половинка стала. И на половинке сделаем вертикальные полосы. Я трикотажник, да, всем привет. И это будет фанговое переплетение, когда у нас идет петля, и там есть накиды, и она смотрится как такая грубая резинка, очень красивая вязка получается. Но вертикально вы будете его видеть как, сейчас скажу, как это правильно сказать, как вертикальные полосы. И вот эти вертикальные полосы мы сейчас с вами нарисуем. Соответственно, сделаем их потоньше, берем заливку. Знания и технологии никто не отменял, и тоже вот когда вопросы задают, друзья мои, если вы что-то рисуете, я понимаю, что вы можете не все знать, но хотя бы общее представление о том, что вы делаете, у вас должно быть. Должно быть понимание, как это будет, что это будет, для чего это будет.
Поэтому да. Сейчас немножко подальше уберу, чтобы мне поудобнее было. Вот так вот линейненько сейчас нарисуем, как будут эти плетения. Притом оно же может не обязательно идти именно так, да? Это может быть хитрое плетение. Вот меня просто спрашивали, задавали вопрос, а как же, если вот имитация? Вот смотрите, вы можете прям линиями рисовать. То есть если я условно понимаю, что оно будет смотреться чем-то похоже на резинку, да, на такое вот переплетение, я его задаю, как оно должно смотреться. Потом прикладываю фотографию, либо с фабрикой разговариваю, показываю примеры переплетений, и мы это вывязываем. То есть это потом еще длительный процесс общения там с тем же диссинатором. А диссинатор – это человек, который занимается программированием трикотажного оборудования. Это не конструктор, это отчасти технолог, а отчасти программист. Тут такая вот смежная профессия. У нас, к сожалению, их совсем немного. И очень ценные люди, грамотно умеющие программировать диссинатор, просто на вес золота. Человек, который общается с машинкой и говорит, а как это будет производиться. Не знаю, сталкивался кто-то, нет у нас диссинаторами. Да, трикотаж штука интересная. Могу спросить, что такое пагленок. Это трикотажный термин. Кстати, у вас у всех, скорее всего, рядом с ногами есть пагленок, но вы просто знаете, что так называется. Это верхняя часть носка, которая идет от резинки к пятке. Называется она пагленок. Если вы работаете с трикотажем, это вот оно круговым оборудованием вяжется, там специальные машинки. Я показывала, когда была на Текстилехпроме, снимала. Это тоже отдельный мир. Вот. Нарисовали мы линии, как оно будет вязаться. Мне просто лениво их рисовать два раза, поэтому я рисую один. Вообще лень двигатель, могу вам сказать. Так, сейчас мы поправим вот эту точку, чтобы она кругленькая была. А вот тоже сразу акцентируюсь, проблема, смотрите. Ай-яй-яй, куда же делись линии, что же такое? На самом деле, вон они, видите, никуда они не делись. Просто вот эта верхняя часть, она вышла наверх по слоям. Убираете ее назад, вот у вас все нормально. Ничего там страшного не случилось, не произошло. Не надо этого пугаться, бояться. Это совершенно нормальная история. Ну, сейчас можно попробовать сделать такую штуку. Да, красиво. И потоньше. Это я кистями балуюсь, чтобы добиться визуального эффекта. Вот. То есть она такая стала неравномерная и немножечко играет. То есть вот такая у меня получилась трикотажная штучка. Можно, конечно, но это уже не совсем по правилам, но я люблю так рисовать. Когда видно, что там вот дырка, вот здесь будет дырка, да, то есть как бы там. Ну, не по правилам, в смысле вы нарушаете там изометрию и, ну, вообще принципы рисунка, но это уже на личный вкус, страх и риск каждого, кто рисует эскизы. Я не видела ни одного жесткого свода правил, который бы гласил, как обязательно должен быть нарисован технический рисунок. Если кто-то видел, пожалуйста, мне его пришлите, я с ним с удовольствием ознакомлюсь. Основной принцип, чтобы, глядя на ваш рисунок, понимали. Если не хватает понимания, глядя на рисунок, то надо либо добавлять схемы, либо описание, либо дополнительно как-то это все сопровождать чем-то. Поэтому... Да, всем привет, кто присоединился. Мы сегодня рисуем с вами капсулу, коллекцию одежды. Вот, и я, собственно, в процессе. Мы сейчас рисуем вот этот эскизик. Вот уже нарисовали юбочку, уже нарисовали трикотажненькую эту штучку. И нам нужна какая-то основа там внутри. То есть должны быть какие-то рукава. А может и не должны. Не знаю. Давайте попробуем собрать. Собственно говоря, начнем с того, что мы можем
собрать. Вот так будет выглядеть. Ну, вообще достаточно симпатично получилось. По-моему, вполне носибельный образ. Чтобы это разбавить, соответственно, вот можно туда вниз одеть водолазочку. Сейчас мы туда ее оденем. И тогда будет понятно. Видите, какой плюс, когда на шаблонах рисуете? Все эскизы одного размера, все сочетаются между собой. Могу подставить любой эскиз к другому и посмотреть, как это будет выглядеть. И кто вот мне иногда там жужжат, что «Ой, на шаблонах это непрофессионально». Вот не надо вот этого всего. Шаблоны – это профессиональный подход. А если вот у вас, например, я не одна, да, если у вас таких, как я, а я работала в такой компании, когда у вас дизайнеров сидит там 20 человек. И вот каждый рисует что-то свое. Вы им дали шаблон, вы проработали ваш шаблон типичной фигуры, которая характерна именно для вашей марки. Она характерна именно для вас, это ваш типичный размер. Будет мужчина, женщина, ребенок. И вы именно на него рисуете. И от него уже пойдет, потом идет градация. То есть не так, что вы как бы рисуете девочку-модель, которая там прекрасно ходит по подиуму, выбираете топ-модель, на нее создаете коллекцию, потом оказывается, что эти вещи будут для женщины 56 размера. Нет, так не работает. Если вы рисуете на женщину 56 размера, возьмите шаблон для этой девушки, для фигуры этого размера, для этой полнотной группы, и на нем рисуйте. Вы сразу будете понимать. Вот у меня сейчас сделано с вами, то есть это реальный размер, это манекен размера 42. Ну, то есть, да, это худая девушка, но это реальный размер. То есть, у нее не очень узкая талия, но она есть. У меня, кстати, была проблема, я специально разработала шаблоны, не просто так вот. Соня, кстати, тоже она показывала, Illustration by Sophie, она тоже вот здесь общается. То, что иногда шаблоны с очень узкой талией. И то есть ты рисуешь, и оно все прям такое красивое, такое замечательное, такое узкое. А потом, когда начинаешь, ну, как бы отдаешь конструктору, он это, понятное дело, переводит в реальные размеры, получаешь первый образец, понимаешь, что оно смотрится не так. Вот лучше так не делать. Вы сами себе даете проблемы, вы сами себе усложняете жизнь. Рисуйте на реальности, и тогда ваши изделия будут смотреться более красиво. Лучше отмести изделия на стадии эскиза и понять то, что это не красит, это не смотрится, это не работает, нежели потратить кучу времени и сил и понять то, что красиво смотрелось на картинке, в реале не происходит. Я, когда начинала карьеру, я работала с корсеткой и с нижним бельем. Я работала как отрисовщик. Мы работали в паре с дизайнером. Дизайнер от руки рисовала какие-то, ну, корсетные, сами представьте, да, то есть это были корсеты, это были бюстье, они были очень красивые, были такие девочки-макаронинки, все замечательно. Я потом это перекладывала на реальный шаблон фигуры и практически 50% отсеивалась. В силу того, что менялась пропорция, то есть, ну, я смотрела, где у нее талия, я смотрела, где у нее бедра, переносила, и получалась толстая тетя некрасивая. Ну, то есть, как бы не красит, и сразу на этапе вот этой вот отрисовки оно все уходило. Вот смотрите, я не буду сейчас больше моделей отрисовывать, потому что одна модель это вот сколько мы с вами уже разговариваем, и у меня есть еще в запасе там модельки. Кстати, вот мы можем сейчас с вами взять то платье, которое у меня было, тоже его сюда в этот ряд поставить. Я считаю, что оно тоже очень, ну, оно простое, да, там ничего сверхъестественного с ним нету, но оно может встать в ряд вместе с другими моделями, и на него можно, например, тоже попробовать одеть какие-то жилетки. Почему-то у меня эта коллекция встала на жилетках, то есть если, например, я эту штучку возьму и к платью добавлю, то оно не портится от этого. Можно там еще поясом каким-то разбавить. Вот именно про это я и говорила. Сейчас я создам новый лист, на него вынесу те модели, которые у нас сформировались, и потом мы можем еще попробовать задать цветовую гамму, вполне возможно, используя те принты, которые мы уже разрабатывали. Мастер-класс по принтам у вас есть, показывали я и Соня. Соня показывала, как рисовать мотивы от руки, потом это все затягивать в компьютер. Я показывала сразу, как это делать на компьютере. Не потому, что там, не рисую от руки или еще что-то. Вот я люблю работать в программах. И я считаю, что это достаточно профессиональный подход. И плюс ко всему,
Потом, когда вы начинаете с кем-то сотрудничать, если вы что-то хотите потом сделать, произвести или распечатать принт, от вас все равно просят цифру. Ну, то есть, как бы все равно надо в нее переходить, даже если вы от руки нарисовали, но это ценится. То есть, нарисованный принт, нарисованная основа от руки, переведенная в вектор, она, или переведенная в растер, она ценится. Поэтому тут нужно искать баланс. Есть, например, прекрасная девушка, у меня было с ней интервью, Кейт Шаломанов. Она прекрасная акварелист, она делает работы и после этого в фотошопе собирает свои принты. То есть она делает много-много-много набросков, потом собирает. Посмотрите, у нее текстиль для дома, она крутая. И Мария Елмаз, она художник-акварелист, она собирает очень красивые вообще вещи, она рисует там и гранаты, и инжи, вот прям вот заглядение. А потом их собирает в принты, делает ткани, делает сумки. Это все употребимо. И вот я думаю, что мы с Машей скоро сделаем эфир. Она сейчас вышла на паттернбанк и там продает свои принты. Ну, тоже это вопрос о коммерциализации, да, то есть то, что не просто так мы с вами вот порисовали какие-то красивые картинки, потом непонятно, куда их девать. Нет, это именно к вопросу о том, что вот это все, это рабочие моменты, это не просто картинка ради картинки, это то, что потом будет сделано. Итак, что я сейчас хочу сделать? Я наговорилась, запила это все дело. Я сейчас хочу выбрать несколько моделей. Так, где-то у меня тут свои были. Соответственно, мне понравился вот этот групповой образ. То есть вот это все у меня точно войдет. Это я забираю. Там у меня шаблоны. Они у меня, кстати, вот лежат сейчас JPEG-овские шаблоны подложены. Не обязательно это должен быть вектор. Так что не пугайтесь. Все нормально. Так, что еще? Сейчас я это разбавлю все брючками и, соответственно, водолазочкой, потому что она мне нужна. И вот этих двух девушек я тоже добавлю. Так. Нет, мне нужно скопировать. Мне не нужно его сюда отрезать, мне нужно его копировать. Так. А зачем я это все отнесла в сторону, чтобы отдельно скомпоновать то, как это будет смотреться. Значит, что я буду делать? Так. Это моя прелестница, она пойдет в сторону. Здесь у меня вот в таком формате. Подвинем. Так. Вот этот образ сейчас переедет сюда. Но это я уже пошла с композицией. Я люблю, когда оно все стройно, понятно и там как бы. Вот смотрите. Технический эскиз. Тоже еще сейчас одно дополнение вам расскажу, которое будет полезно знать. Кто работает, тоже, я думаю, что меня сейчас поддержит. Вот это уже технические эскизы изделий. А это образ. Несмотря на то, что он прорисованный, несмотря на то, что он скомпонованный, но нужно понимать то, что вот так вот вы на производство это не отправите. Потому что, скорее всего, это два разных производства. Потому что, ну, например, юбку у меня сможет пошить, да, производство оборудования, оборудованное швейными машинами. А если это, я говорю, трикотажное, и это трикотажное, и надо смотреть крайонный трикотаж, то есть когда у нас есть полотно, которое потом раскраивается, или это будет цельновывязанная штучка, а я бы хотела, чтобы она была именно цельновывязанная из какой-нибудь мерино вул, то это тоже будет вязко. И еще один момент, что если эти две штуки вязаны, то не факт, что они смогут быть произведены на одном производстве. А почему? А потому что они будут разного класса. Потому что вязальная машинка, так же, как если вы вяжете руками, спицы могут быть разной толщины. Может быть большой диаметр, может быть маленький. И у нее есть так называемый гейдж или класс. И класс — это сколько игл на дюйм.
Соответственно, чем меньше игл, тем больше игла и тем больше петля получается. Вот если у вас много-много-много иголок, то есть, ну, вот это будет класс 20, наверное, да? Ну, на 18 можно связать, если очень сильно затянуть, на 14. А это у нас уже будет класс, ну, наверное, 3. То есть, 3 иглы на 2,14, такие большие иголки. Они иглами называются. Вот, поэтому это все на каждый конкретный документ будет оформляться отдельно. Вот это каждая штучка будет отдельно. Это просто образ, который я могу посмотреть. Все, не более того. И не привязывайтесь к ним. Вы можете тоже там это показать, дать ориентир. Ну вот, оно у вас уже прорисовано, каждое на отдельном шаблоне, каждое на изделии. Это важно. Так, это вот у меня еще один. Сейчас будет групповой снимок. Сейчас мы их дополним. То есть тоже я покажу, как я планирую, ну, это носить, да, как я планирую, чтобы это выглядело. Но на производство я это буду отправлять отдельно. Вот такие пироги. Производство — это отдельная песня, и здесь уже и конструктор, и технолог вступит в силу. То есть не так, что это типа я все сделала и все. Я не я, корова не моя. Нет, так не пойдет. Что-то так вроде красивая штука. Что-то она у меня как-то не ложится. Кажется, не нужна она. Там она. Да, наверное, вот так мы ее сделаем. То есть этот образ будет совсем простой, а этот образ мы сейчас поменяем. Ну вот, вот так бывает в этой жизни, что думаешь одно, получается другое. Так. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Поэтому не очень люблю рисовать в прямом эфире, потому что я увлекаюсь и начинаю что-то свое делать, забываю объяснять, что я делаю. Извиняюсь за это. Это творческий процесс, это такая профессиональная привычка. Когда работали, у нас был open space, и я привыкла работать с наушниками в ушах, то есть чтобы меня никто не отвлекал. Вот, и в связи с этим, ну, вообще плохо реагирую на внешние раздражители. И вот так. Сейчас мы отдельно платим на фигуру. Вот. И, ну, соответственно, это может быть образ, который докомпонован. Так. Почему-то это платье смотрится намного ярче. Сейчас мы его немножко погасим. Угу. Или наоборот, вот так сделать. Так. И что у нас получается? Давайте смотреть. Один образ, второй образ. И можем скомпоновать еще третий образ. Например, вот сюда попробовать подставить другую юбку. Но я бы не стала даже. Все. Я думаю, что 3 комплектов нам на сегодня хватит. Я обещала вам мини-капсулу. Вот она у меня получилась. Смотрите. Мини-капсула, она у меня получилась, состоит 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 6 вещей. 3 образа. Одна вещь у меня задвоенная. Это водолазка. Она и здесь, и здесь. Соответственно, вот это вот получилась такая, ну, борт, с которым можно работать, который можно обсуждать.
Теперь, соответственно, можно поработать по цветам и смотреть. То есть вещи могут носиться комплектно, вещи могут носиться по отдельности. То есть я могу носить. Чем-то напоминает игру в куколки, да? Есть такое вот какое-то ощущение, что можно так, можно так, можно эдак. Давайте... Сейчас я сохраню файл. Это вот надо не забывать делать. А то они бывают... пропадают, и потом, ну, прям очень неприятно. Поэтому я не рекомендую настраивать автосохранение, потому что очень сильно тормозится работа компьютера от этого. Вот. Но сохраняться надо не забывать. Вот Соня наверняка не даст мне соврать, что бывают очень неприятные моменты, когда ты 2 часа работаешь, а потом оно бабах, и все. И ничего нету. И ты с носом. Неприятно. Так, я сейчас открою файл, в котором у меня есть принты. Мы с вами сразу сюда сейчас принтик какой-нибудь внедрим. Так, нет, это моя почта, это не файл. Так. Так, принты. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, это одни примеры принта. А есть еще другие. Это не все, что было. Ой-ой-ой. Да, вот они, мои ягодки. Смотрите, я уже пробовала играться с платьем. Кто видел эфир, знает, да, кто не видел, ну вот посмотрите. То есть мы разрабатывали принты. И я здесь давала фэшн-иллюстрацию, технический рисунок и подбирала к ним возможные, соответственно, какие-то цветовые сочетания, цветовые пятна, как это может смотреться, как это вот будет на фигуре. Давайте вот этот принтик потащим. Вот еще вариации, да, как это может быть. То есть работать, не переработать. Сейчас пока просто примеры разбираем. И я хочу сейчас прокрасить их цветом, да, а потом собрать какую-то единую гамму. Это могут быть ваши авторские принты, это могут быть ткани, которые вы подберете. Ну, как, например, здесь у меня это пример с оливковой тканью. Можно ее тоже вытащить отсюда. И залить тканью. В дополнение. Сейчас оставим. Вот. И, соответственно, посмотреть, а как же это получается, а как же это будет выглядеть, а подходит ли оно мне. А нравится ли оно мне в таком формате, а хочу ли я это в таком формате. Тут нету единого какого-то. Сейчас я думала сделать его трикотажным, а сейчас в итоге он у меня окажется этим пуховиком. Чуть мое сердце дело этим закончит. Так, голубинки дадим. Но опять же, это все рабочие моменты. То есть не надо пугаться, не надо бояться. Это пока просто эскиз, который я потом смогу переложить в тот формат, в который мне нужен. Смотрите, получился пуховичок. Пуховичок на платье. Прям такой вот стальной. Так, можно даже посветлее. Ну, вполне интересный эффект надо дать должное. Прокрашиваем модели. Вот тоже у нас был разговор, а как там цвета подбирать. Ну, вы можете сразу разработать цветовую гамму, вы можете по тканям идти.
Это всегда очень индивидуально. Если мы говорим о работе с трендовыми агентствами, да, они сразу дают рекомендации по цветовой гамме. Если вы сами их выбираете, тут много возможностей. Нету какого-то прям единого только так и никак иначе. Ну, прям доспехи получились. Что-то я так увлеклась, что у меня откровенно получились доспехи на ежевичном поле. Рыцарские. Ну, это пример, да? То есть это может быть в таком формате, это может быть, например, сейчас мы вот сюда тоже все сделаем. Если это будет ткань. Вот она, по сути, работа дизайнера, да, придумали. Ну, сейчас я вольна, как ветер в поле. Я делаю все, что мне нравится. По факту у вас, как правило, очень жесткие ограничения, что нам нужно, что нам не нужно, в каком это будет формате и так далее. Поэтому такое вот блаженное состояние, когда вы можете рисовать все, что угодно, оно бывает крайне редко. Но бывает, и оно приятное. Мы сейчас попробуем просто по-другому покрасить и смотреть, что из этого выйдет. Ну да, наверное, такой формат нам подойдет больше, когда более строгий вариант. Да, так лучше. Мы подобрали вариант, соответственно. Может быть, другой цвет принта. Например. Попробуем поменять. Может быть, вот так. Хорошо. А теперь следующий вариант. Ну, давайте единую цветовую гамму соберем. Мы уже вот вышли в такой цветочный вариант. Тогда это убираем. Так, у нас синий цвет в основе и есть еще нежно-голубой. Вот он мой принт. Интересно посмотреть, как он выглядит. Я сейчас из него заберу цвета. А всего их два. Сделаю сейчас раппорт. Вот он мой раппорт, причем залито. Так. И что мы можем сделать далее? Далее мы можем сделать очень красивые заливки, например, так. А что у меня здесь произошло? У меня вот эти линии, которые были нарисованы, тоже приняли на себя цвет заливки. Просто надо его убрать. Тогда все будет отлично. То есть мы смотрим отдельно на изделие, конечно же, мы понимаем то, что если мы создадим капсулу, и она будет в таком формате,
то потом каждое конкретное изделие может быть прокрашено в разные цвета, да, то есть сейчас я нарисовала брюки там голубого оттенка, но мне никто не запретит сделать их, ну, например, синими. Поэтому хорошо, когда вы смотрите в сочетании, вот я сейчас смотрю, да, и понимаю, что там, вот, если оно будет вот так, да, по цвету, а не просто голубым, будет смотреться более интересно, если я листочки и пояс сделаю тон в тон. То есть, и уже потом берете этот эскиз, идете к технологу, конструктору и долго, упорно это все проговариваете, обсуждаете, разговариваете. Я рекомендую искать технологов, которые будут готовы с вами идти на диалог, которые будут готовы идти на встречу и проговаривать моменты, потому что, к сожалению, к огромному, в среде профессиональных технологов и конструкторов есть достаточно большое неприятие к новичкам. Ну, новички тоже бывают часто неадекватны, здесь как бы можно не кривить душой, но все равно достаточно такое неприятное отношение, и с ним иногда тяжело бороться. Поэтому ищите своих людей, ищите тех, кто будет готов помочь. Не стесняйтесь, разговаривайте, объясняйте, что получилось, что не получилось. Спрашивайте, как. Многие любят ругаться, что типа, что вы лезете, вы не понимаете вообще никуда. От них надо, во-первых, пора уходить. Могут вам все испортить. Поэтому идите, делайте, и не надо бояться. Люди говорили, говорят и будут говорить, а собака лает, караван идет. Так что ищите своих людей, и все у вас будет отлично. Вот она, подборка цвета, да, подходит, а не подходит, а так, а не так. Вы можете взять ту гамму, которая вот вам кажется актуальной именно на этот сезон, или какую-то другую, и с ней поиграться, соответственно, посмотреть, как она будет сочетаться, а будет ли, а нужно ли, и вот куда. Например, такой формат. Сейчас мы берем тогда завивку. Вот опять заливка линий. В Coral Draw этого сделать нельзя. В Coral Draw заливаются только замкнутые объекты. А здесь можно. Поэтому это вылезли мои тени, которые я рисовала. Их опять же нам просто успокоить. Так, там вон еще складочки. Продолжаем подчищать линии. Как видите, работа, она такая достаточно, ну, не быстрая, не спешная, требующая внимания, то есть взвешенности, понимания процесса. То есть не надо тут сходить с ума, делайте все спокойно, да. Всем здравствуйте еще раз, кто еще раз присоединяется, всех рады видеть. Мы уже почти заканчиваем, мы сегодня рисуем капсулу одежды, соответственно, такую мини-коллекцию. Это финальное задание марафона, и я надеюсь, что вы его возьмете на вооружение.
еще один прием, когда на темном изделии линии выделяются специально белым цветом, чтобы их было лучше видно. Я вам параллельно просто рассказываю какие-то приемы, которые используются в эскизах. Можете их принимать, можете, ну, как бы их не принимать. Я никогда не настаиваю, это ваше личное право. Так. Все, мне кажется, будет красиво, если вот эти элементы объединить по цвету. Бордо мне не нравится, если красненький, тоже мне не нравится, если голубой, а вот голубой может быть. А если, например, вот эту штуку сделать принтованной? Тоже очень может быть. Сейчас мы переснимем. Да, вот так. Вот, это примеры. Это все примеры. Сейчас я поменяю. Смотрите. Вот у меня получилась моя мини-капсула. Что мы с вами нарисовали, что у нас получилось. По гамме я бы еще поработала. Сейчас она получилась такая достаточно однородная. То есть у нас получилось три готовых образа. А именно, давайте я их отдельно вынесу, мы на них посмотрим. Чтобы их было видно. Сейчас мы просуммируем. И можно будет закончить. Здесь не хватает аксессуарки, очень сильно не хватает, поэтому... Так, вот смотрите, то есть по результатам у нас получилось три готовых образа, которые, ну, составные, то есть это образ это не одно изделие, это оно компонуется, то есть например, мы можем там где-то жилет убрать, где-то еще что-то. А первое, что мы с вами сделали, во-первых, мы взяли единый источник. Второе, что мы с вами сделали, мы объединили по геометрической форме. Помните, мы с вами рисовали в самом начале вот эти вот геометрические штуки, когда трапеция вверх, трапеция вниз, и все это объединялось. Вот они, вот эти. Вот. И за счет того, что оно объединено, оно получилось все одного силуэта. Может быть, здесь нужно будет добавить еще 1-2 образа для того, чтобы разбавить длину. Потому что, видите, они все полнодлинки получились. Но если смотреть это на зиму, например, это вполне, ну, актуально, да? Получилось трапеция вверх, трапеция вниз. То есть все гармонично. А ткани между собой мы тоже переплели. Если это трикотаж, то это пошло сюда в трикотажную водолазку, например. А потом мы можем их, ну, тоже переплести, например, из этой ткани сделать брюки, юбку сделать из этой. То есть у вас уже пойдут вариативности сочетания. Почему важна комплектность, почему ее нужно планировать? Комплектность – это увеличение чека и увеличение, соответственно, среднего суммы продажи. Вот. И даже когда вы планируете коллекцию, выход ее на подиум, вам все равно нужна вот эта целостность этого образа. Соответственно, здесь у нас это получилось. Мы собрали такое единство. Можно добавлять, можно расширять. Но вещи получились носибельные, вещи получились реалистичные. Вещи получились не капслей, как, ну, то есть по мотивам, то, что мы рисуем, да, а именно вот переработанные. И в таком формате уже можно дальше это как-то запускать. Соответственно, что мы с вами делаем? Мы пробуем разработать свою мини-коллекцию на несколько изделий. Пусть это будет 2 лука, пусть это будет 3 лука, пусть они между собой сочетаются. Как видите, у меня одно изделие туда и сюда.
Вот я вам показала, чем хороший иллюстратор, тем, что вы можете устраивать вот эту вот игру, да, собирать эти луки. Вот смотрите, вот у меня получилось все эти матрицы, все вот эти ассортименты, мы их формируем, вот они встают единым блоком. У меня получился мой авторский принт, и, ну, мне очень хотелось вам это показать, что все, что мы с вами делали на протяжении этого времени, на протяжении рисунка и марафонов «ВВД рисуем год», оно все здесь у нас собралось, и все стало единым. И вот к этому мы и стремимся. То есть, когда вы разрабатываете коллекцию, есть, конечно, хаотичный подход, когда мы съездили куда-то в Европу, в Америку, что-то увидели на сайтах, это все взяли, разработали, и получили с этого деньги. Это один из самых коммерческих подходов и самых простых. Здесь мы с вами не шли просто, мы шли от художественной части. Мы нарисовали сначала один технический эскиз, мы посмотрели, как это делается от руки, как это делается в иллюстраторе, мы нарисовали художественный образ, мы нарисовали принты из этого, порисовали портреты. И, кстати, вот один из способов, сегодня у меня был пост, и я его показывала, о том, что коллекция – это не обязательно вот такая вот сложность, про которую мы сейчас только что с вами говорили и смотрели. Коллекция – это может быть и вот так. То есть, по сути, я могу взять 2-3 футболки, футболка женская, футболка мужская, нарисовать на них какие-то принты, это могут быть и розы, и портреты, и все что угодно, разместить плейсменты, например, сделать футболки-носки или просто футболки и запуститься. Много таких бизнесов на Амазоне, много таких сервисов, которые предлагают печати на футболках. То есть это вот тоже рабочая история, это не то, что мы с вами там сочинили что-то такое невообразимое, это не может быть. Да, пожалуйста, вот у вас футболка с портретом. Может быть, ваш портрет друга там, вот у нас тематическое, да, это получилось все там по мотивам «Игры престолов». Ну, и то, и это, вот смотрите, насколько это разное, насколько это другое, оно имеет право на жизнь, конечно же. И никто не говорит о том, что там это одно хорошо, второе плохо. Нет, это и то, и другое. И там, и там. Но вот посмотрите на иллюстратор, посмотрите, почему я всегда радею за то, чтобы делать это в иллюстраторе. Насколько это наглядно, насколько это понятно, насколько это просто, насколько это компоновано. Да, это трата времени, но я лучше потрачу там 3-4 часа времени с минимальными инвестициями, там, прокатившись по магазинам, подобрав ткани и активно поиграв вот с этой капсулой, да, пособирав ее. И поняв, что это подходит, это не подходит, эти туда, эти сюда, это будет компоноваться. И, конечно же, вот эти голубые брюки, это только на витрину. Скорее всего, коммерческий будет темно-синий цвет. Это надо просто понимать, что я могу заказать одни для лукбука, снять их красиво, и кто-то у меня их одни купит. А потом я их буду делать в темно-синем цвете. Это тоже надо понимать. И платье, может быть, я его сделаю с принтом, но потом сделаю тоже, например, темно-синий, и тоже оно у меня будет продаваться. Темно-синий вообще, это второй черный, он постоянно идет в коммерции. Вот эти варианты, это вообще вариант запуска бизнеса с нуля, когда вы договариваетесь с производством, у которого есть футболки, разрабатываете принты, и как называется, вот сейчас по книжкам есть такая вещь, да и по футболкам, print on demand. То есть вы печатаете, когда вас заказали, распечатали. То есть это вся история рабочая, это не просто картинки, это не просто, это то, на чем можно зарабатывать. Зарабатывать хорошие деньги, и многие это делают. Одна – это художественная часть, которую мы смотрели, и, в общем-то, вот так вот можно там много-много всего делать, и там делать не переделать. Но после этих эскизов у вас еще длительная работа. Вам нужно теперь каждый эскиз взять, прорисовать спереди, прорисовать спинку. Если нужно прорисовать бочок, сделать описание, обратиться к технологу, обратиться к конструктору, к диссинатору, найти производство, отшить образцы, произвести их, подобрать ткани. То есть это вот первый этап, но если вы уже на этом этапе это рубите, то тогда не надо. А если не рубите, то тогда запускаете. А это тоже простой этап, и, ну, это, наверное, самый дешевый, да. У меня здесь сложная футболка нарисована, там у нее спинка более длинная, получается плечи там с погонами. А если вы возьмете классическую женскую футболку, посмотрите там, ну, растяжимость, договоритесь с фабрикой, то можете прям вот напечатать 2 образца и уже отснимать лукбук. Ну, либо разработать свои футболки, их тоже отшить. То есть и то, и то. Я
ну, не сторонник судить в этом плане. Один метод крутой художественный, второй метод не художественный. Он тоже художественный. Здесь в принты вложено много души, много работы, и они тоже сделаны. И там принты, и тут дизайн. Какой путь ваш, выбирайте. Я надеюсь, что я смогла вам показать особенности работы дизайнера, особенности, почему нужна именно программа, и чем это ценно. И это ни в коем случае не умаляет рисунка от руки. Но, как я бы писала и как я показывала, если вы действительно задумываетесь входить в дизайн, если вы задумываетесь входить в дизайн одежды, то программы вам будут нужны. И если это будут работодатели, если это будут стоки, если это будут банки, даже если вы просто элементарно захотите печатать принты, вам нужно будет цифровать даже ваше ручное изображение. Либо это будут делать за вас, брать за вас деньги. Ну, за эту произведенную работу. Вот, на сегодня все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, мне их задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Эскизы будут сохранены. И с этого момента у вас есть ровно неделя, чтобы закончить все свои задания. Я обязательно еще сделаю несколько напоминаний, несколько постов. У нас есть совершенно прекрасные спонсоры. Во-первых, у нас в спонсорах и Self Tailor, который предоставит замечательный скетчбук. И, кстати, к ним можно идти учиться шить. Они вообще молодцы. У нас в спонсорах Соня. И Соня подарит свой прекрасный мастер-класс «Как рисовать волшебное платье совершенно», которое она не показывала. Я тоже в спонсорах. Я подарю линеечки, по которым вот я активно рисовала. И везде, если кому-то они вот нужны, то есть это тоже оно будет. Кого я забыла? Я забыла упомянуть Кунжут Дизайн, соответственно. Они — это прекрасная питерская компания, которая печатают. Если вы надумали делать принты, они подарят метр авторского вашего принта. Кому, я пока не знаю. Я жду ваши результаты, мы будем оценивать. И еще прекрасный магазин тканей, в котором вы сможете подобрать ткани для своей коллекции. Еще раз я всех спонсоров упомяну, так что вы не попадайте, делайте задания. Если вы что-то пропустили, посмотрите. Все видео сохранены на IGTV и YouTube. Я заканчиваю, поскольку я не вижу от вас вопросов. Пишите тогда мне их под постами, пишите в директ, я буду на них отвечать. На сегодня все. Большое всем спасибо за внимание. И пока-пока.